А теперь к новостям спорта. Вольная борьба в нашем районе пользуется заслуженной популярностью. Славянские юные спортсмены не раз подтверждали свое мастерство на соревнованиях. И сейчас, в конце новогодних каникул, у них была хорошая возможность показать свои таланты. Команды из Анапы, Горячего Ключа, Тимашевского, Темрюкского, Славянского, Красноармейского и Крымского районов, всего 167 борцов, приняли участие в открытом первенстве Славянского района среди юношей 2004-2006 годов рождения. Эти соревнования уже стали традиционными. Собрались как бы очень сильные районы, наши соседи, которых мы очень рады видеть на нашем ковре. Это один из этапов, скажем так. Мы в этом году проводим первенство Краснодарского края по этому возрасту 2004-2006. И хотим просмотреть как бы нашу команду Славянского района для дальнейшего участия в краевых соревнованиях. В зале спортивной борьбы Петровской детско-юношеской спортшколы собрались перспективные ребята, по-настоящему увлеченные своим видом спорта. Я занимаюсь 7 лет, мне очень нравится. Я готов к этим соревнованиям. Это как бы силовой и динамичный вид спорта. И для меня, для моего телосложения, он будет самым идеальным. Мне нравится вольная борьба, потому что этот вид спорта развивает выносливость, силу. И когда занимаешься в зале, потом на соревнованиях добиваешься успехов, это очень приятно, когда занимаешь первые места или хотя бы входишь в тройку лидеров. Борьба была эмоциональная, напряженная и зрелищная. Все очень старались. Наша команда, спортсмены отделения вольной борьбы Петровской детско-юношеской спортивной школы, завоевала 3 первых, 4 вторых и 3 третьих места. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».